свершилось, и мы идем смотреть наш домик будущий, наверное. Finger Cross называется. В общем, это наш дом будущий, я надеюсь. Это Гарри, Игорь, агент. Вот нам сказали не снимать нашего продавца. Living room, в общем, у нас такой красивый. В общем, сказали не снимать все вещи, которые принадлежат им, поскольку это personal information. Здесь вот такая красивая ванна, и здесь второй half bathroom. Здесь одна комната такая большая, красивая. Как видим. Далее вторая большая комната. Это как мастер бедрум, в принципе, тут вот есть еще такие интересные полочки. Ну и здесь третья комната, такая большая, красивая. В принципе, комнаты довольно-таки квадратные, большие и приемлемые. Здесь система отопления, вот такой вот wall heater старый, что, в принципе, для нас, как и чувак-контрактора, довольно-таки хорошо. Кухня довольно-таки простая. Здесь холодильник Whirlpool. Думается, здесь она останется. И, в принципе, вроде как он не старый, но ничего в нем хорошего нет. Здесь personal belongings не отсутствуют. Я думаю, здесь, в принципе, должен стоять холодильник, а здесь что-то другое. Но это не точно. И что из интересного нету, я здесь не вижу посудомойки. Интересно. Дом довольно-таки чистый, ничем здесь не пахнет. Везде включены фены. Вот такой вот небольшой гараж, он разделен на две части, поскольку он разделен ввиду того, что у хозяйки маленькая машина, и она сюда влазит в порядке. И здесь вот такая вот типа лаундри во встроенном гараже. Вот такой вот тут большой, в принципе, 5000, более 5000 square feet участок с вот таким вот небольшим сарайчиком. Вот такое вот тут пространство. Сегодня я со Станиславом дали первый платеж Initial Payment, то есть платеж инициализации всей сделки в размере 10 тысяч долларов. Стоимость этого дома на рынке и на то, что согласился продавец, 687 тысяч. А продавец согласился продать нам его за ипотеку, что, в принципе, для нас как бы это приятно, поскольку мы задолбались просто бороться с теми людьми, которые просто приходят и покупают интересные дома просто тупо за кэш и сметают все своими чемоданами с деньгами. Сегодня Стас первый раз видел этот домик, поскольку первый раз я его смотрел сам и согласился, то что мы его покупаем. Сразу ждали офер, и хозяйка, продавец, продавщица согласилась нам его продать за mortgage, за ипотеку, поскольку, в принципе, дом вроде как из себя не представляет ничего ценного, но у него площадь более 5000 участка и сам дом трехбедрумный, и у него полтора туалета, то есть полноценный бафрум и туалет с умывальником. Давайте спросим Станислава, что думает он об этом доме. Нормальный дом, приятный. Есть, конечно, там что подделать, но мы справимся. Да, в общем, поскольку у нас чешутся руки, именно причесать этот дом чешется, чтобы причесать, будем вкладывать какие-то денежки в этот дом. И, в принципе, у нас будет новая площадка, вы знаете, для видосиков. Будем творить и не париться о том, что нам нельзя снимать дома клиентов. Это будет наш личный дом, где мы будем делать контентик, видосики и прочие приятные и неприятные видосики. Покажем процесс ремодеринга. Да, покажем, что такое флиппинг, в общем, на реальном доме. Но на самом деле это не проект флиппинга, весь этот дом, поскольку дом сам по себе уже полностью жилой. Там есть, конечно, что переделать, ремоделировать. Это, в принципе, не поднимет абсолютная стоимость этого дома, поскольку сейчас, еще раз повторюсь, стоимость его 687 тысяч, и он в livable condition. Если мы в него будем бухивать деньги, наверное, это поднимет его немного стоимость, но поскольку он в районе Сан-Хосе, Ист-Сан-Хосе, стоимость его сильно не поднимется. Так что, если вы еще не подписаны на наш канал, на мой канал, ёлки зеленые, Станислав ни хрена не участвует в моем канале, предлагаю подписаться. И
подождать 3 года. И подождать 3 года. Может, 5. Нет, не надо ждать. Скоро будем все творить. Вообще будет пушечка. В общем, держим кулачки, чтобы вся сделка вообще совершится в течение 30 дней с банком. Вчера мы подписали контракт. Сегодня внесли, как еще раз сказал, первый инициализационный платеж. Всего платеж down payment составит у нас 35 тысяч и closing cost 21 тысяча. Итого мы должны total заплатить 56 тысяч со своего кармана для того, чтобы... Ну, это такой closing cost полностью, первоначальный платеж вместе со всякой документацией. Всех люблю, целую, ставим лайки, подписываемся. Пока. А то я сейчас врежусь куда-нибудь.